В Набережных Челнах разгар дорожных работ. Причем ремонтируют не только основные дороги, но и приступили к обновлению местных проездов. Сотрудники Камдорстроя ведут работы на трех городских участках. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала на некоторых из них. Уже на этой неделе автолюбители смогут разъезжать по новому асфальту на одном из местных проездов. Сейчас ремонтники трудятся на дублере проспекта Мира в сторону ГЭСа, напротив инжинирингового центра КФУ. Кроме обновления дорожного полотна и установки новых бордюров, здесь обустроят парковку для автолюбителей на 30 машиномест. Но, по словам дорожников, они пока не могут работать на полную мощность. Наши работы затруднены из-за того, что сейчас на данный момент по улице Дружба народов ведутся работы. Замена трубопровода. Обновят дорожное полотно сразу на нескольких участках. В списке, кроме местного проезда на Мира, дорога в районе Орловской церкви и дороги-дублеры проспекта Мусы-Джалиля. Дорожники трудятся на местном проезде в старой части города на проспекте Мусы-Джалиля. Планируется, что ремонтники обновят полотно от улицы Батунчака до Центральной со стороны 9 и 10 комплексов. Работа предусмотрена. Устройство замены бортового камня и устройство асфальтобетонного покрытия с поднятием дождепленных колодцев до проектной отметки. На данный момент на местном проезде, что в старой части Челнов, проводится первый этап из четырех – земляные работы. Дорожники демонтируют старые борткамни и готовят основания для установки новых. Работаем. Некоторые машины просто иногда бывает мешают, но вроде справляемся, убираем. Автолюбители-пешеходы хоть и рады обновлению, но есть у них и замечания. Прежде всего, люди жалуются на появившиеся пробки. Ведь параллельно с реконструкцией местных проездов идет ремонт моста над Меликеской, что создает серьезные помехи движению. Надо сперва эту закончить, потом эту начать. А то с двух сторон лепят ее, как в «Тетрис» играют. Конечно, проблема то, что сейчас у нас пробки большие в связи с ремонтом ведутся. А так все прекрасно. Дороги должны обновляться. Ждать полного завершения работ придется еще немало, до середины ноября. Эльмира Гайнутдинова, Ильнар Мустафин, Дмитрий Кравченко, Челны-24.